Правильно ли, что в школах Чечни разрешили носить хиджабы? Я считаю, что неправильно. Одна страна и свои, как говорится, порядки в республике устраивать не надо. Что касается конкретно Чечни, они там все в своей религии живут, возможно, и правильно. Что касается в городах России, здесь я уже наоборот против. Поэтому у себя пускай носят. У них, я думаю, у них большинство населения в Чечне, они все мусульмане. И я думаю, все будут в любом случае ходить в хиджабах. Поэтому тут бесполезно бороться. В Чечне, пожалуйста, а у нас не надо. Да, иначе мы тут все начнем. Кто чего носить? У нас светское государство, и религия никакая не имеет права лезть в дела нашего государства и народа. Я уверен на 100%, что эту затею поддерживает 90% населения, что это не просто сверху, но и снизу инициатива. Если это останется в пределах Чечни, еще пара республик мусульманских, то, в принципе, я бы не стал сильно на этот счет как бы нервничать. Чтобы это стало чем-то массовым, и у нас и Татарстан к этому присоединился еще, но это, конечно, наверное, не хотелось бы. Это было бы уж чересчур как-то так. Это их дело, у них такая религия. Лишь бы здесь не носили. Пускай они носят хиджабы, у них там нету... Или есть русские дети. Если у них есть христиане там или другие религии, то все-таки это неправильно, по-моему. А если только одна преобладает, то, мне кажется, почему меня пускай носят хиджаб? Нет, думаю, неправильно. Думаю, форма должна быть одна для всех. Это с национальной культурой связано, с образом жизни. Поэтому почему нет? Они свободные люди. Имеют право. Они имеют право выбора тоже, да. Это их собственное мнение и образ жизни. Там-то правильно. Но у нас, я не знаю, но религия, она везде одинакова. Считаю, то, что должны разрешить все это. Православные крестики носят. В этом ничего плохого нету. Ничего плохого нету. Я считаю, что это нормально. Распущенность тоже хорошему ничего не приводит. Ничего не приводит. У нас и так этого голого тела и так полно везде. Мне кажется, нет, потому что у нас государство светское, отсюда все выводы. Пускай ходят. В арабских странах ходят, ничего страшного.